В Советском районе решили проверить соблюдение масочного режима и устроили рейд по магазинам и кафе. Причиной стало расслабленное отношение жителей муниципалитета к этой мере предосторожности. Масочный режим в общественных местах Советского района действует уже год. Однако все чаще в магазинах покупатели носят маски на подбородке, если вообще достают их из карманов. Оправдываются забывчивостью. А на объявление о необходимости соблюдать правила и вовсе не обращают внимания. Нашли нарушения и в самих магазинах. В некоторых просто перестали вести журналы дезинфекции и учета температуры тела работников. По всем случаям нарушений члены контрольной группы составили протоколы. Информацию передадут в Роспотребнадзор. Ждите, вы полиции протокольчик составят, а что вы в общественном месте без маски находитесь? Как вот я зашла? Ну вы зашли без маски, вы зашли в общественное место, еще вон там, дверь вон там находится. В ходе рейда было составлено 3 протокола на физических лиц, которые нарушали масочный режим, находясь в общественном месте.